Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, и сейчас я покажу вам, как на 14 андроиде можно поменять обои. Итак, для этого мы зажимаем пальчик на пустом месте экрана, выбираем обои и стиль. И нажимаем сменить обои. Далее здесь мы выбираем либо картинку из наших фотографий, либо из предложенных нам категорий. Какую-нибудь картинку можем выбрать. Вот, выбираем то, что нам нравится, смотрим, как оно будет выглядеть на главном экране и на заблокированном экране. Если нас все устраивает, нажимаем «Установить как обои» и выбираем экран, на который хотим установить обои. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.